Здравствуйте, вы на канале Asmodayplay. Мы продолжаем играть Tomb Raider. Дата выхода 2013 год. Итак, мы только что приобрели гранатомет. Да, вот сейчас мы им активно и пользуемся. Так. Так, все перезарядили. У нас всего хватает. Так. Все, полезли. Вперед. Покорять горные вершины. Сейчас мудотело какое-нибудь будет. Давай. Бежим. Не останавливаемся, бежим. Бежим. Ты не бойся. Огня. Не бойся. Я стану твоим плащом. Так. Вот нет. Понятно. Да ё-моё. А не жирно ли гранатомёт он-то так? Не подходите ко мне! Идём с нами, мы тебя не обидим. Дэнни! Беги! Давайте. Будете и по одному подходить. Так. Так. С гранатами пока что одну гранату-то. Ой-ой-ой. У меня такое чувство, что меня нашли. Выйду. Ты сам-то рад будешь, если я выйду. На. На. Бум. Ну, вышел я. Вы же мне не рады. Никто доброго слова не скажет. Так. Что здесь? Идем. Ой-ой-ой. Вот так. Ты меня не видишь. А зачем тебе на меня смотреть? Я тебя вижу, этого вполне достаточно. На. Так. Чунгачку, где ты? Так. Вот так вот. Вот и славненько. Так что вы глажки-то еще. Ой-ой-ой. На. Нет, я хочу в рукопашку с вами. Эх. Хреново. Я хотел в рукопашку всех вас завалить. Ну ладно. Раз вы так со мной, то я с вами также буду. Никакой жалости к врагам. Давай. Ближе. Вот так. Ну
Ну, что-то вы быстро закончились. Ой. А вот почему я не смог его тогда захреначить так быстро. Он в броне был. Ладно. В броне растет у нас. Давай, где ты? Так, сойдет. На. Где ты? Ой-ой-ой. Давай. Сколько вас там еще? А вот тебе. Вот так. А, мне патронов-то на вас не жалко, козлов. На. Конечно. А тебе скажу больше. Удачно отстреливаться. Так что... Опаньки. Не думал, что мне автомат пригодится прям так сильно-сильно. Вроде как бы без него справлялись. А тут он вон как... Очень даже пригодился. Так, ну что, я все забрал. Что у меня здесь? О. Так, это я от лагеря. Сюда бегу. Не надо туда. Ну, бегу пока правильно. Так. У меня все есть. Жизнь доволен. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Тут ну, вроде как ничего не помечено. Но тем не менее, надо постараться собрать, может, какие-то запчасти. Найду. Давай. Кто там? Она вон там. Подстрели ее. Хорошо. Свети мне. Свети ему. Стреляйте. Стреляйте. Так. Так. Фонарь не разбить. Блин, не достать. Так. Это мы уничтожим, это нам не надо, это для нас ловушка. Так. Что мы видим? Сверху. Бам. Так. Есть. Ближе мы пойдем уже не сможем подойти.
так. Ах ты, тварь. Понятно, что с тобой. Ага. Давай, 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 солнышко, давай, давай, моя красавица. Вот так. Так. Получается, мне сейчас прыжок веры надо будет сделать. Ё-моё. И... Блин. Беги, 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 беги. Беги. Ползи, ползи. Мы с тобой все заново повторим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая неприятность. Давай. Вот так, солнышко. Не расстраивайся. Конечно. А кому еще подпускать? Давай, 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 давай. Есть. Есть. Меня не остановишь, правильно. Нас не остановишь. Так. Теперь-то можно посмотреть, оглядеться. Может, какие-то ништяки мы пропустили. Да нет, вроде. Все. Двигаемся дальше по намеченному плану. Йоу. Вот так. Не-не-не-не-не. Лара, перелезай! Скорее! Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, понятно. Поверь. Верю. Беги! Верю, верю. Я вроде как и не собирался. Так. Мне туда надо, блин. А здесь у нас что за оно? А, вот. Это гранаты. Давай, давай, давай. А здесь у нас что? А, так мы правильно идем. Там сюда и надо было. Так. Вперед, Лара. Лара, я в тебя верю. Давай, солнышко мое. Йо-хо! Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Вот так. Вот так. Этот козел нам подговнял. Так я же сказал, что нельзя. Что не так с вами, ребята? Я всем сказал, не надо садиться. Ой. Пушка-то хорошая. Еще есть неверующие? Давай. Ядра чистые изумруд. Ага. Это еще и самому надо как-то умудриться. Ладно. Что я должен сделать? Прыгнуть. А, игра клавишами. Давай. На. Вот так вот. Вау, давно я в такие штуки не играл. Ого. Мы под обстрелом. Конечно, я тоже. Постой, Бури, это слишком опасно. Давай, ты еще раздуваешь, тут надо мной летаешь. Говна кусок. Мало мне, думаешь, пожара тут без тебя. Ты еще мне раздуваешь его. И
Давай. Как? Ух ты. Вот. Кстати, элемент от ассасина, если я не ошибаюсь. Он вроде так делал. Летал там. С какой? Со второй части начиная. Так. Выше и выше. И выше. Ох, как бахнуло. Ох, как жахнуло-то. Вот так. Что-то я понять не могу. Ладно. Это, ну, выше, давай, выше залезем. Вот выше залезли. А еще вот так вот. Давай тогда и здесь залазь. Вот так. Как здорово. У тебя жизнь-то полна приключений, это факт. От нашей-то отличается уж точно. Давай. И главное, держись. Держись. Только на тебя и уповаем. Давай. Рот! Рот! Спасите! Рот! Помогите! Котлеты! Я пожарила котлеты! А, но мне тоже же нельзя. Я же знаю, что нельзя. Почему я должен прыгать? Нас же собьют. Ну, давайте посмотрим, чем это может закончиться. Обязаны. Да. Не можем. А, так эти не сели. Сам вертолет-то. Так что, договариваем. Нам нужно сесть! Ни за что при такой погоде! Мы не можем их бросить! Я с большим трудом добрался сюда! Вниз! Мы разобьемся! Быстро! Быстро! Тебе дама говорит, вниз, значит вниз. И там уже... Начинается. Давай. Так, нас подбили. Мы падаем, падаем. Все, мы упали. Ну, как всегда, мы живы. Мы же знаем, чем выше падаешь, тем ни хрена не будет. Хотя вот в вагоне упали, правда, померли почему-то. А так пока не запнемся, да. Она крепкая. Лара! Лара! Все живы почему-то. Без переломов, без больших ожогов. Давай, перелом. Ты и так-то был инвалидом. Сейчас еще. Искусственное дыхание. Давай. Не целуй, а искусственное дыхание делай. И не сиськи мне. Дави на грудную клетку. Сильнее. Раз, два, три, четыре. Вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох. Так. Сейчас кто? Это что? Найди новый лагерь. Иона. Это мы. Ну, вот небольшой участочек. Рейс! Черт возьми. Так. Я должна... Лара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе. Беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Так, понятно. Знаешь, ты очень... Знаю. Нужно было пойти с ними. Так. Есть лагерь.
глазами горе. Дневник Лары. Дневник Лары Джонс. И да. Тайник. Случайности не случайны. Так. Еще одна шкатулочка. Смотрим. Этот китайский кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. Был. Так, что полезного с тебя можно взять? Так, как грибы собирать. Ладно, и птица ты. Что? Я тебя подстрелю. Тихо, Лара. О, Господи. Нашел что-нибудь? Нет, здесь слишком темно. Низги не видать. Думаешь, они здесь? Может, лучше залезть на дерево и переждать? Проклятие, эти волки. Эй, выходите! Так. Выходите! Лучше сдавайтесь, пока ищейки вас не нашли! Выходите! Так. Минус один. Кто еще? Давай, давай. Вот так. Вот это мне уже нравится. Идешь за каждым потихонечку, помаленечку. Начиная с последнего, прибираешь. Так. Ага. Не-не-не, где тело-то? Вот он. Сюда вот один пошел. Так. Вон. Да. Что там? Что там? А вот что-то. Что там? Здесь что? Никого не найдем. Давай. Так, а... Вот там что-то светится такое большое. Я уж прямо-таки хочу туда сходить. Что там? Это стена. Ага. Посмотрим, это, наверное, гробница, проход. Сейчас увидим. Нет. Зачем нам это? А, вон оно что, Михалыч. Полезли, заберем. Очень интересно, что же нам преподнесет. Слазь. Давай. Ну, трупы хоть найдите, что ли. Древний китайский кинжал, примерно 100-й год нашей эры. С каких времен тут разбиваются корабли? А вот этот интересный кинжал. Здесь я, да, согласен. Так, что у нас здесь есть еще? Так, нам куда ехать? О! Что за... Я тратил...
тратим время. Соберись. Вот так. Вон он. На. Так. Ну, пока все идет по плану. Где еще один? Вот он ты. Давай, найди труп. Тебя что, совсем не беспокоит, что ли, напарник? Пропал у тебя. Ты даже ухом не почесал. Что ты за человек такой? Вау. Вот так. Что с вас можно собрать? Фонариком. Так. Что? О, еще один. Что вы за лошары такие? Если вы вышли на охоту, зачем вы так паритесь? Сидите тихо, как мыши. Так. Там куда? О, в доме что-то есть, кстати. Это есть хорошо. Команду послали в монастырь. Там было много мертвых солдат. Не врешь? А этих он не видел? Они? Давай не будем об этом. Серьезно, брат. Что ты видел? Слушай, я не знаю, кто это. Что они там делают? Не знать никак. Я туда больше не суну. Даже если отец мать от прикажет. Дела. Блин, ладно, мы не гордые. Сейчас нас всех по одному, как полагается. Раз не хотите сами помирать по-хорошему, мы вас упокоим. Так, теперь мы знаем, что волки на вашей стороне. Я думал, они нейтральны будут. Так, лагерь. Ну, лагерь, смотрите, мы освободили. Он нам не нужен. Так, там олень бегает. Это опять дневник. Штормовые стражи, нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы Солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скакунов, и уничтожим неприятеля. Грядущая победа — это только начало. На восходе... Фанатики. Так. Пойдемте. В пещере. Посмотрим, что за испытания нас здесь могут ждать. И сейчас темно, конечно. Ну, кстати, смотрите, вот пыль какая-то есть, светится. Стены чего-то светятся, как будто у меня влажные. Ну, хотя есть влажные, вот, вода течет. Так. Вот, посмотрим. Все, что можно зажечь, зажгем. Так. Лагерь.
Жесть, зажгли. Так, это надо взорвать. Понятненько. Так. Где? Вот сюда. Слишком легко получается в догадках. Должен был попасть. Почему нет? Так, это горит, это горит. Это горит. Давай, бах. Нет? Вот так. Я же знаю, что бах. Еще кого-то меткают. Сейчас посмотрим. Куда ты нас? Ой-ой-ой. Ой, ой, сейчас сдохнешь. Ну-ка, давай-ка еще раз бахнем. Посмотрим. Так. И освети мне свет. Освети мне свет, освети мне путь. Или озари мою душу. Вот так. Понятненько. Ага. Вот что надо было сделать. Ну ты назад-то сможешь прыгнуть? Чучело. Понятно. Все заново, хорошо. Так, взрываем газ. Пока не заполнился. Бежим. Забегаем наверх. Поджигаем эту тряпку. Поджигаем вот эту херню. Ждем. Че ты? Давай назад. И давай-ка тогда так. Оно? Нет. И вот в тряпку уже попал. Попал. Горит. Горит. И что ты не взрываешься-то? И через тебя пройти не могу, блин. А так. Что мы здесь видим? Господи, это даже не испытание, это какая-то прогулка на свежем воздухе. Давай. Ух ты. А то. Я вот сейчас что думаю, надо наверх поди залезть. Вот так. Вот отсюда уже. Давай. Я знаю, что ты у меня неубиваемая. Ты еще та тварь. Ты как песню, которую не задушишь, не убьешь. Так. Огнем с огнем. Так,
У них есть волки, значит. Знаете, карта обновлена. Нажмите так, чтобы изучить особые места на карте. Так, ну это секрет. Ну вот, кстати, можно сходить, взять один вот этот артефакт. Я думаю, мне уже... Нет, я хочу повоевать. Хочу поохотиться на них. Так. Что мы сейчас и сделаем. Так, у нас есть наверх путь? Чтобы сверху охотиться. Ага. Никого. Тук-тук тогда. Взламывай. Так. Стрелы. Стрелы взяли. Ух ты, мне кажется, стрелы нужно было. Так. Мы их убили, это нам засчитали. Так, здесь у нас. Из чего прибиваются-то? Дробовик. А куда мы идем? А, короче, туда, куда и не хотели идти. Куда мы идем? О чем мы здесь забыли? Так. Тайник. Ох ты. Это чё? Это чё? Так, сундучок мы взяли. И вверх. Пока не сюда, а туда надо. А нам туда пройти? Вот отсюда. Все так легко и просто. Как он бы просто. Сделаем это. Давай. Давай, Лара. Умница. Ты всегда меня слушаешься. Видишь, ты меня слушаешься и всегда выигрываешь. Возможно, 18 век. Золотой карп должен был красиво контрастировать с черной лакировкой. Пятна крови. Этим ножом недавно пользовались. Это неплохо. На. Что-то нам несешь? Что-то я на другой рассчитывал, ну ладно. Так. Нас ждут великие дела. Волки ушли, нет? Или вы еще... А нет, ушли. Выдерга. Давай. И кто на меня? Кто на меня? Господи. Клетки. Волки. Как те в лесу. Они их разводят? Так. Понятненько. Так.
так. Угомонили. Троих. Остальным что, не имется там? Ну-ка тихо там. Так. Мысль твоя правильная. Давай, бам. Вот так, успел. Вот так и славненько. Жги. Зажигай. Жги. Зажигай. Будем смотреть. Будем взламывать. Будем искать. Что-то же мы должны найти. Рано или поздно. Что-то очень нужное. Что-то очень важное. Давай. Нагнись и иди. Ну, кстати, интересно как. Сделали-то. Давай, ползи, представь, что ты город тень. Ой, кто их спугнул? Так. Идти туда, откуда вы пришли? Куда идти? Так, нет, нет, не туда. Обратную сторону. Давай, шевели батонами. И вышел. Шишли, мышли куда-то, вышли. Местонахождение трущобы. А я по ним уже лазил. Че, издеваетесь, что ли? Так, ладно. Осмотримся. Так, так, так. Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте бегу. Пока, а я подойду. Будь осторожна. Йо-хо. Давай. А, это уже другие трущобы. Так что не надо думать, что это одни и те же. Хотя вроде как очень похоже. Так. Так. Не, ну похоже. Вон мельница, через которую я приначал. Если, по-моему, это оно и есть. Так. Мне туда надо. Так. Вроде бы нет. Полезли. Возвращаемся. Себе. Ох, только не помню. На этой вышке-то не было. Это подобное, значит. Давайте. Которую сжигать, дотянуть надо. Да ешь твою мать-то. Ну ты чё, кусок мяса? Запрыгнуть не можешь в тележку. Тележка. Сейчас развернется даже к тебе, чтобы тебе удобнее было. Вот и все.
Стой только нормально. Смотрю, куда едем. Лара, ты на связи? Алекс, я на связи. Ты уже спускаешься? Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Какие? Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ну так вернись. Ты уверена? Уверена. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто... Говори что-нибудь. Поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Окей. Все. Ой-ой-ой-ой. Так. Мне куда спрыгивать-то? Так. А, мы еще едем. Вон там сойдем. Пипец, это подвесные трущобы. Не-не-не-не-не, не допрыгнуть. Так. Не допрыгнуть. Давай, смотрим. Нет, не поджечь. Тогда... Вот так вот. Что-то не понял, почему у меня автоматический режим. Я вот эту штуку хотел вообще-то. Мало то, что пистолет, так еще автоматический режим это... Так. Это нам надо. Вверх. И выше. И выше. И выше. Самый-самый верх. На самый-самый верх. Вот этот корабль, блин, сейчас. Летающий. Летучий, как тебя правильно назвать, раз ты уже висишь. Слишком тихо. Давай. Ого, твою ж мать, как у тебя яйца стальные. У меня что, чем-то кидается еще, нет? Ой-ой-ой. О, у меня патроны. Итак, значит, давайте поближе к ним подойдем. Ой-ой-ой. Я так и думал, что... Есть подвох. Есть подвох. Его не могло не быть. Блин, все мои боеприпасы. Я для тебя, что ли, все это копил?
Ну, и сдохну, сдохну. Но никак не от твоей руки. Давай. Давай. Ну, слушай его, дурака. Мы с тобой переживем всех. Выживут только крысы, тараканы, и мы с тобой. Тихо, 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 тихо. Блин, надо все понятно. Вот зря ты взял этот дробовичок в руки. Да-да-да-да-да. Господи, ты только все разрушишь. Ради одной меня. Как благородно с той стороны. Так. Не помирай. Не помирай. Так, shift. Shift. И мы слезли вовремя. Да как так-то? Где кончается мое приключение? Давай, давай, давай. Вылезу. Думаю, остальные спустились более легким путем. Новинка. Давай. Стоп. Эх. Хотел оглянуться, ну-ка. Так. Может, здесь что-то лежит для меня. Пока только карта. Так. Понятно. Ну ладно. Давай. Вперед. Мой верный конь. И что мы тут? Так. Пошли. Я на месте. И где же они? Так, надо найти. Так, ускоренный спуск найден на берегу. Берег печали. Вот так вот, берег печали. Что, что-то? Какая-то штука тоски поди будет. Ладно, сейчас пойдем посмотрим. Что ты такое из себя представляешь? Ага. Все понял. Это мы где находимся? Зачем она нам? Ладно. Если надо, значит надо. Значит тащим. Так. Это дура, залазь. Ага. Еще сюда. Ой, ё-моё. Слишком много взял, что ли?
Так, ладно. Давай сюда немножко. Вот так. Может, тебя подвесить надо на что-то, чтобы ты раскачивалась. А ты что подвесишь? Так. Ага. Все, понял. Понял, что здесь надо сделать. Только что я там найду в итоге? Вот в чем вопрос. Так. Давай вниз. Так. Тебя надо. Связать вас между собой, что ли? Так. Что-то я не понял, а ты-то тогда зачем здесь нужна? И... Раз. И два. Ну-ка. Ну просто интересно, теперь что там наверху? Почему я все это делаю? Так, отсюда можно запрыгнуть? Нет. Да. Так. Что-то я мучился. Давай, иди сюда. Мы знаем, что здесь я точно за тебя запрыгну. Раз. Два. И раз. И два. Так. Вот мы залезли. Вот так. Вот. Вот они мы. Давайте посмотрим, ради чего все эти были усилия. Так. Еще разок. О, что-то нашли. Так. Разорение. Это какого-то ради разорения? Идите вы. Ё-моё, я-то думал. Еще. Я-то думал, что-то хорошее будет, что-то полезное. О. Два из трех. Винтовка, так. А вот как туда попасть? Уж точно не оттуда прыжками. Ладно. Идем далее. Так, проход. Что у нас там? Ну, есть карта. Тут, возможно, проход. А, нет, опыт. Здесь у нас опыт. Свин. Свин. На. Кто-то что-то заводит. Эх, заведи меня. То ли самолет, то ли машину. Сейчас. Мина. Это, кстати, нам не надо.
Капанчик. И что мы здесь видим? Давай, вырывай. Нужно найти что-нибудь покрепче. Например. Так. Не задеваем. Тайник. Вот я на него смотрю. Что-то... Куда-то что-то... На. В задницу тебе огня. Давай. Ё-моё, ручка дрогнула. Вот так вот. На. Есть. Хотел, конечно. Тоже что-то с него поимели. Кто что запускает? Двигатель. Так, нужно что-то покрепче. Что покрепче тебе надо? Расскажи мне. Тихо, тихо. Чуть не сдох в орешнике. Так. Угу. Смотрим, может где-то что-то надо столкнуть. Как-то же она должна открываться. Это пирамида. Так. Опять какое-то разорение. Что мы там нашли? Дольменов найдено. Так, ладно. К свинье привязать, что ли? Чтобы дернуло. Получится своего рода как живой тягач. Так, опять же, даст ногам не свинья. Вот. Сверкаешь так хорошо, прямо так. И давай, 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 давай. Это не сработает. А, нет нужного снаряжения, так сразу бы так и сказали. А то что-то не заметил. Так. Куда бежим-то хоть? Ну, можно сказать, правильно. Так как здесь нету правильного пути. Подожгем. Что он нам даст? Я думаю, какую-нибудь детальку. Так, посмотрим, что мы за чайку можем выручить. Ну, ё-моё, слазь давай. Ой. Давай, меня чайка интересует. Что мы с ней поимеем? 30 опыта. С тех пятнашка, а здесь 30. Хорошая чайка. Ага, туда мне не надо. Куда мне не надо? А куда мне надо? Лагерь. Так. Угу. Хорошо. Я иду. Так, так, так. Вот там, как я понимаю, лагерь.
Ну что ж, на сегодня все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. До свидания.